Как сделать юридическую помощь для граждан более доступной и подготовить высококлассных специалистов в этой области? Эти и другие вопросы сегодня обсудил Дмитрий Медведев с представителями Ассоциации юристов России. Премьер отметил, организация играет важную роль в развитии нормативной базы в стране. И во многом благодаря ей каждый может получить ответы на возникающие правовые вопросы. Сформированы более 750 центров по оказанию бесплатной юридической помощи. Регулярно ведутся и правовые консультации, включая консультации через интернет. И в этом смысле я, конечно, рассчитываю, что и специалисты ассоциации примут участие и в оценке качества действующего законодательства, и в проведении общественной экспертизы тех изменений, которые у нас носят непрерывный характер.